У эфіры праграма «Навіны рэгіёна» ў студыі Крыстіна Каранкевіч. Вітаю вас і ў гэтым выпуску. Культурна-спартыўны фестываль «Вытокі. Крок да Алімпу» прымае Бабруйск. Здаць непатрэбную тэхніку і дапамагчы дзецям. Экалогія і дабрачыннасць аб'ядналіся дзеля высокай мэты. Адчуй сябе сапраўдным армейцам. Як магілёўскія школьнікі былі ў ваенным лагеры, раскажам у выпуску. Фермерскую гаспадарку можна разгледжваць як прыклад эфектыўнага землекарыстання. Так адзначыў падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі раён памочнік прэзідэнта інспектар па Магілёўскай вобласці Леанід Мартынюк. Сёння ў сялянска-фермерскай гаспадарцы «Дыяна» апрацоўваюць 3,5 тысячы гектараў зямлі. Траціну з іх займае бульба, на якой і спецыялізуецца «Элітгаз». Яшчэ траціну адвялі пад пшаніцу, астатнюю пад рапс. Да слова, падчас рабочай паездкі госці пераканаліся, што культура вырашана па тэхналогіі і гатовая да ўборкі. Што да бульбы, то ўраджай таксама будзе пад адным кустом у сярэднім 20 бульбін. І калі летась ўраджай склаў больш за 30 тысяч тонн, то сёлета ў планах аграрыяў гэтую лічбу павялічыць. Дарэчы, тут пачалі будаўніцтва яшчэ аднаго бульбасховішча на 40 тысяч тонн, што дазволіць па тэхналогіі захаваць яшчэ больш ўраджаю. До сего времени у нас общий объем хранения картофеля составлял порядка 35 тысяч тонн. С введением нового хранилища расширятся возможности по хранению картофеля, более длительному хранению. И дальше мы смотрим на то, что, по-видимому, приходит уже время, когда можно начать заниматься вопросами переработки картофеля. Сейчас идет отработка и изучение технологии. Ведутся переговоры с ведущими компаниями, которые занимаются этими проблемами, с тем, чтобы в ближайшие годы прийти к тому, что построить какой-то цех и в этом цеху начать переработку того картофеля, который выращивается на наших полях. Гэтае бульбасховішча стане чацвёртым у гаспадарцы. Будуюць яго па спецыяльнай тэхналогіі, якую укаранілі амаль 10 гадоў таму. Па словах Леаніда Мартынюка, такое бульбасховішча унікальнае для Магілёўскай вобласці. По словам проектировщика, это единственный объект, который во всем в европейской части, который имеет такие объемы закладки картофеля. И это хорошо, когда мы используем самые передовые технологии. Мы неукоснительно соблюдаем технологическую дисциплину. Соблюдается весь технологический процесс производства того или иного вида сельхозпродукции, и тогда будет, безусловно, результат. Будаўніцтва завершыцца да пачатку ўборачнай. Астатнія ж сховішчы ўжо гатовыя прымаць новы ўраджай. Юліна Шлыкова, Мікалай Собалеў, «Навіны рэгіёна». Культурна-спартыўны фестываль «Вытокі. Крок да Алімпу» прымае Бабруйск. Гэтыя семінары, круглыя сталы, маштабную культурную праграму адкрыў мастацкі музей выставай «Кола часу». «Кола часу» – гэта работа беларускіх мастакоў. Побач экспазіцыя дзіцячых малюнкаў на спартыўную тэму. Эксперты выяўленчага мастацтва ахвотна дзеляцца сакрэтамі і трэндамі. Сёння гэта тэма малой радзімы. Для гасцей фестывалю прэзентацыя розных маладзёжных праектаў, канцэрт арганнай музыкі, а ўжо ў суботу Бабруйск-арэна ператворыцца ў вялікую інтэрактыўную пляцоўку. Спаборніцтвы, фудкорт і вялікі святочны канцэрт. Будет очень много различных сюрпризов. В первую очередь, это большой спортивный олимпийский квест, в котором будет более 30 видов спорта. Многие могут насладиться таким редким видом спорта, как мотобол. Каждый ребенок и взрослый может попробовать свои силы в этих видах спорта. Но и именно те ребята, которые пройдут олимпийский квест, получат обязательный приз Олимпийского комитета. Это специальные часы-трекер. Всех-всех гостей Бабруйска приглашаем. Грамадзяне 73 дзяржаў цяпер могуць без візы прыехаць у Беларусь, каб атрымаць прышчэпку ад COVID-19. У Магілёўскай вобласці створаны 4 пункты вакцынацыі замежных грамадзян. 2 ў Магілёве, па адным у Бабруйску і Горках. Центральная поликлиника Могилева – один из пунктов, куда замежные граждане могут приехать за пришепкой супрать коронавирусу. Для этого треба покинуть электронную заявку, где необходимо выбрать город и пункт вакцинации. В Могилеве – это учреждение здравоохранения Могилевская центральная поликлиника и поликлиника номер 6. Со своей стороны мы через информационный портал 131.бай можем отслеживать и создавать талоны на каждого врача. Заведены талоны, максимальное количество 8 в день.
по 30 минут на человека выдано, регистрируется иностранный гражданин самостоятельно, получает подтверждение на электронную почту и приезжает в указанную дату. Вакцинацию замежных громадян от COVID-19 будут проводить российским препаратом «Спутник Ви» и выключно на платной основе. Сертификат такого образца будет выдаваться иностранным гражданам после каждого этапа вакцинации. Заполняться он будет на двух языках, на русском, на английском. Также будет присваиваться QR-код. Для работы с замежными громадянами персонал готовый. У нас еще в штате есть переводчик, которого мы будем приглашать именно к тому времени, когда у нас будет записан иностранный гражданин. И он будет приходить, помогать нам решать языковые проблемы. Больше подробязно про то, как у целом идет вакцинация супроть ковид-инфекции на Могилевщине, глядите у информационно-аналитичной программе «Днями». 300 літраў бутыляванай вады перадалі персоналу Магілёўскай гарадской станцыі хуткай меддапамогі работнікі прадпрыемства «Омскарбон-Магілёв». Так яны вырашылі дапамагчы медыкам у гэтыя спякотныя дні. Аномальная спека вымушает значно повеличить споживание питной воды. А при напруженной работе персонала худкой меддопомоги им не завсёды удается своечасово пополнять запасы. Тому заводчане организовали доброчинную акцию и привезли партию бутылеванной воды на одну из пяти подстанций областного центра. До речи, бригады Могилевской городской станции худкой меддопомоги обслуговывают пациентов областного центра и Могилевского района и за сутки выполняют до 450 выездов. На варте правопорадку курсанты Могилевского института Министерства внутренних справ под час патрулирования допомогли человеку у непритомности и затримали злочинцу. Подробязности далее у материале. Возвращался поздно домой. Стало плохо. Решил присесть у того дерева и отключился. Очнулся, когда меня приводили в чувство курсанты института МВД. Юрий Осипов, навученец Могилевского центра Олимпийского резерва, признается, не чакал, что может стратить притомность, тем больше быть обкраденным. Молодый человек, отшувшийся, не долечился мобильного телефона и інших особистых речов. Инцидент отбылся на улице Крупской, литерально побач с силовым ВНУ, але это не спынило прагу наживы злочинцы. Патрулируя прилегающую территорию института, мы заметили подозрительного гражданина, который склонился над лежащим рядом человеком. Увидев нас, мужчина начал убегать. На крики «Стоять милиция!» не реагировал. Двое из наших курсантов начали помогать потерпевшему. Двое продолжали преследование. Мужчина хорошо ориентировался в местности и, пытавшись от нас скрыться, начал прятаться под балконом дома. Но был нами замечен, задержан и доставлен на оперативно-дежурную службу института. Затриманы 1971 года нараджэння был перададзены супрацоўнікам следча-аператыўнай группы Ленинского РАУС города Могилева. Сергей Пеклин, Кристина Каранкевич, новини региона. Экология и доброчинность объединили организаторов акции «Во всех есть шанс». Жыхары Могилева могут сдать непотребную и неисправную бытовую технику на перепроцовку, а гроши перелечить у фонд «Шанс», каб допомогчи тяжко хворым детям. Про доброчинную акцию «Во всех есть шанец» Антон доведался, коли гартаў ленту новин у социальной сетцы. У бабулиным доме молодой человек знашел взломанный портативный радиоприемник. У всех есть какая-нибудь старая техника, что-то старое, которое не знает, куда выкинуть. Вот сюда приносите, получаете деньги, ну или перечисляете деньги на благотворительность. Отнести старые телефоны дисковод у пункт приема Ларисе Шалко пропоновал 10-годовый племенник Артем. Я хотел сделать так, чтобы деткам было лучше. Летось на леки Елизавете Бепчик собрали больше за 500 тысяч белорусских рублей. Препарат допомагает девчинке. Такая инициатива дает возможность нашим подопечным фонда приобрести шанс на здоровое будущее. На мой взгляд, участие людей, их благородное отношение вот с такой ситуацией, которая сложилась в семьях, где есть больной ребенок, это бесценно. У проекта есть и інший сенс – экологичный. Коли люди сдают электротехнику на перепроцовку, яны сберегают природу. Они не выбрасывают отработанную старую бытовую технику в мусорные ящики, а приносят ее нам, как сказать, профессионалам, чтобы мы могли правильно ее переработать, отсортировать. Ну и как бы нанести меньше урон для природы. Акция у Могилеве протягнется до конца липеня. Диана Вопсева, Александр Тарасов, новини региона.
Як скористаться батьковской спадщиной на вёсцы? Можно продать, зрабіць з яго летіща, а можно побудовать свою справу, якая будет цікавая господару, выгодной для семейного бюджету и корыстной для людей. Жонка и муж Алла Терахова и Миколай Іграєв зрабілі міні-питомник «Клубничный хуторок» у Бялынінскай вёсцы Заболоцце. Отримавши у спадщину хату и земельный участок, горожане Алла и Миколай, педагог и водитель, вырашили у Заболоцця заняться землеробством, а менавіта ягодными культурами. За несколько годов господарам удалось створить приватную коллекцию гатунков. Их справа не вырастить ягоды, а наладить вытворчасть саджанцев ягодных культур, которые повинны добро прижиться и дать богатый урожай. Вот как гэты клубницы вельми поздних гатунков и новый голландский гатунок «Фейт». Он очень сладкий. Это лакомство для детей. Очень вкусный сорт. Разом с клубницами поспевая малина, буйные ягоды, солодки, так само вядомых и поважанных гатунков, и прыгожа, и смачно. Селянская справа вымагая працы на земле, причем не стомной. Гараджанам довелось призвычаиться до іншого ладу життя и графику працы. Посадки, рассадки, поливы, подкормки, опрацовки и так далее. Откуда знания берете? Знания в интернет, почитываю литературу. Сейчас много всего написано в литературе, очень умного. И по опыту потихоньку сам уже нарабатываешь опыт. Теперь многие горожане вертаются на вёску, во всяким разе частково, как на летище. Сезонные дамы не дают малонаселенным вёсочкам помирать, а людям дают махчимость не только отпочить от городской метусни, але и померковать про свою земляробчую справу, себе и людям на корысть. Чтобы не мы смотрели на кого-то, а чтобы на нас смотрели люди, равнялись. Вот и все. Илона Иванова, Юра Власов, новини региона. Могилевские школьники отчули на себе, что такое сапраўдныя армейские клопоты. На протягу 9 дней удельники оборонного спортивного лагеря «Патриот» жили на базе войсковой части 6713. Под гуки оркестра подлетки выходят на финальное построение. Больше за тыдень яны жили, как сапраўдныя солдаты. Ранний подъем, занятки у классе, интеллектуальные гульни у вольный час. Мы посещали кинологический центр, занимались тактической, огневой подготовкой. Первый раз ребята, многие побывали в храме, пообщались в неформальной обстановке с батюшкой, отцом Сергием. У здоровом теле здоровый дух. Школьники проводили шмат часу за спортивными занятками, мели махчимость працевать у тренажерной зале. Каждый знайшов у лагеры что-то интересное для себя. Мне очень сильно понравился лагерь. Мы здесь каждый день занимались спортом, проходили физическую подготовку, делали строевые. Все время у нас была дисциплина, всегда хорошо проводили и классное время. На закрытии вучни продемонстрировали спрытность у разборцы и сборцы автомата, строевую дисциплину и физичную подрыхтовку. Лепшие удельники лагера отримали грамоты, а коллектив войсковой части – подячный лист от администрации Ленинского района Могилева. Патриотизм – это основа жизнеспособности всего государства. Это любовь к родине, любовь в том числе и к малой родине. Гордость, ощущение своей истории, культуры. И вообще, наверное, самое главное – это ощущение принадлежности к своему народу, в данном случае к белорусскому народу. И вот это вот основная задача, которую мы преследовали – привить это чувство патриотизма, по крайней мере, помочь им осознать, кто они, что они, для чего они живут в Беларуси. Гордей Ягоров, Александр Тарасов, новини региона. Ослабление спеки чекается с понеделка, а лишь гэтые выходные еще придется протриматься. По прогнозах синоптиков, у субботу и неделю по области чекается оранжевый уровень небезпеки до плюс 34 градусов. Хотя по ветру и будет програваться до надзвычай высоких температур на большей части территории в области, у день чакаются короткочасовые дожди местами навальницы. Принамсі, у субботу у Могилеве вероятность опадков 60-70%, а слупок термометра поднимется до 34 градусов. Прикладно такой же надворье чекается и в неделю, а вось у понеделок станет легче, максимум до плюс 29. У день у особных районах навальницы и моцные дожди, порывы ветра могут досягать 15-20 метров за секунду. А далее по прогнозе температуры еще крыху ослабнуть, попередня до 26 выше за нуль.
Актуальныя навіны в области на сайте tvrmogilev.by, у групах у социальных сетках. А я на гэтым з вами развітваюся. Дякую за увагу. До сустрэчы ў эфіры.